В редакцию прецедента уже не единожды поступали жалобы на Новосибирский фонд социального страхования, который должен обеспечивать инвалидов по индивидуальным программам реабилитации. Так оказалось, что в последние месяцы далеко не все люди, прикованные к постели, имеют возможность получать бесплатные подгузники. Ну что мне писать в Москву? Они говорят, пишите. Отвечать будем мы все равно. Я говорю, ну так что тогда Путину писать мне? Ну что, Путин за всех будет решать эти вопросы? Глаз вопиющего так и не был услышан. Надежда Дмитриевна теперь вынуждена покупать подгузники для своей 86-летней мамы-инвалида на свою мизерную пенсию. И она не одинока. Уже почти полгода многие из новосибирцев, в программе реабилитации которых прописана необходимость этого предмета гигиены, не могут получить то, что по закону им должны предоставлять бесплатно. Летом у меня еще они оставались, потому что родственники тут отдавали, но уже не возили. А с сентября закончились, и вот теперь вынуждены покупать в аптеке. Но это вот такая необходимость, что без них нельзя. Надежда Чепик недоумевает, откуда такое отношение к ее матери, которая всю свою жизнь отдала этой стране. Она инвалид первой группы. Отработала войну за станком, за машиной. Тяжелую жизнь прожила. И вот сейчас уже такое уже время, кажется, богатое. И не можем вот получить эти несчастные подгузники. Мелочь, это памперс. Но мелочь, она такая ощутимая. Это наша необходимость, елки-палки. Чем мы должны там без памперса все там обделаться, сидеть? Сергей Ворошилин, 16 лет прикованный к коляске, из интереса провел эксперимент. Итог удивил даже его самого. Подал объявление, продаю памперс. У меня просто звонков куча. За день звонков по 20 проходит. Тут женщина вчера звонила, говорит, что с января месяца не может получить памперс. Сейчас инвалидам обещают доставить подгузники до Нового года. Правда, уже за прошедший квартал. Такая постдоставка иной раз доходит до смешного. Вот только юмор здесь исключительно черный. Соседка в конце января, она оформила инвалидность. Угу. Бабушка тоже была. Пока, ну, там, отправили все документы, она 24 или 23 февраля умерла. 6 марта звонят ее племяннице, которая за ней ухаживала, и предлагают, мы завтра вам привезем памперсы. Зачем они теперь? Она говорит, я что, их есть буду? В Федеральной службе социального страхования нам немало не смутившись заявили, что они здесь, мол, совсем ни при чем. По словам директора одного из филиалов ФСС, во всем виноваты чиновники в Москве. Нет, люди не выдумывают, им действительно не доставляют памперсы в связи с тем, что финансирования федерального бюджета нет и нет государственных контрактов заключенных. В связи с этим нет поставок. Всем разъясняем по этому поводу. За более подробной интерпретацией обращаемся уже в сам областной фонд соцстраха. Но здесь то ли плохо умеют читать, то ли привыкли обсуждать только удобные темы. Ни на один из поставленных вопросов прецедента внятного ответа редакция так и не получила. За правдой жизни отправляемся в Святая Святых, офис на Сибирской. Почему сотрудник вашего профильного отдела не ответил на эти вопросы? Приходите в понедельник. А вы хотите сказать, пенсионеры будут продолжать сидеть без памперсов? Вы будете выходные на даче сидеть, а пенсионеры будут вам себя мочиться? Вам какая разница, где я буду сидеть в выходные? Молодой человек пришел с камерой, да, без разрешения, стоит, снимает. А вы почему записываете? Покиньте, пожалуйста, здание. В этот еще не поздний пятничный час сотрудники фонда в спешном порядке покидали рабочие места. То, что десятки, а может и сотни инвалидов на неопределенный срок останутся не у дел, здесь вряд ли кого-то волновало. Между тем, ответ на вопрос, можно ли договориться с мочеполовой системой, предложив ей отпуск на время финансовых проволочек где-то в недрах ФСС, не по плечу даже Господу Богу. Если это общележачий больной, который не может встать в постели и не может сам себя обслужить, естественно, если нет этих памперсов, то это как бы в основном это идут инфекционные осложнения. До почек это может дойти, то есть рефлюкс происходит, обратное забрасывание, например, мочи. Это может быть сепсис, может быть заражение крови. А так как у нас пациенты идут в основном пожилые, то, естественно, сами понимаете, иммунитет у этих пациентов уже абсолютно практически нулевой. Они сами, организм сам по себе справиться не может. Мастер-класс по унижению маленького человека, пожалуй, как никто лучше в середине 19 века преподал своей нетленной шинели Николай Васильевич Гоголь. Российский чиновник нынешнего образца, видимо, один в один слезал образ мысли и действия с тех, кто когда-то унижал Акакия Акакиевича. Нас ни за что не считают. Ну так, второй сорт, как бы не третий. Вот и все.